Дом, в котором живут фиксики, счастливый. Эти маленькие человечки неустанно заботятся о том, чтобы вся техника всегда была в полной исправности. Привет, друзья! Сегодня слепим из воздушного пластилина полезных обитателей каждого дома, где есть техника. Фиксики на канале Бамба. Бамба, почипати-баду, бамба, почипати-баду, бамба, почипати-баду, бамба, бамба. Прародителем всеми любимых фиксиков стал знаменитый детский писатель, подаривший маленьким телезрителям таких героев, как Матроскин, Чебурашка и многие другие. Это Эдуард Успенский. Кстати, о Чебурашке мы уже рассказывали вам в одном из наших выпусков. Обязательно посмотрите его, очень классный Чебурашка у нас получился. Но вернемся к фиксикам. В 1974 году вышла в свет повесть-сказка Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». В ней главными героями были маленькие существа, живущие во всех аппаратах и ремонтирующие их в период гарантии. Сюжет мультфильма создатели мультсериала «Фиксики» взяли за основу гарантийных человечков, однако изменили имена крошечных созданий и сюжет. Давайте же знакомиться скорее с семьей фиксиков. Симка. Симка всегда ходит в оранжевом костюме. Симка – гордость своих родителей. Это послушная, ответственная девочка. Она хорошо учится в школе фиксиков и приглядывает за своим младшим братом Ноликом. А еще она замечательный друг. Никогда не бросит в беде, всегда придет на помощь любому, будь то фиксик или даже собака. Впрочем, если девочка видит, что кто-то поступает плохо, то может и проучить. Фантазии у нее достаточно для того, чтобы придумать план, как это сделать. И тогда человек или фиксик сам осознает, что поступает неправильно. Есть у Симки и свой маленький секрет. Девочка немного влюблена в своего одноклассника, Игрика, хотя и старается это скрыть. Нолик. Нолик – младший брат Симки. Он ходит в костюме синего цвета. Это самый младший и самый непоседливый из всех фиксиков. Ему интересно абсолютно все. Он старается во всем разобраться самостоятельно и постоянно влипает в разные истории. Застать Нолика можно в самых неожиданных местах. Он то оказывается запертым в морозилке, то запертым в пульте от телевизора, который собака-кусачка прячет под диваном. Хорошо, что рядом оказываются настоящие друзья, которые всегда готовы прийти на помощь. Нолика часто ругают, но все же любят за его доброту, веселый нрав и отзывчивость.
Мася. Мама у Симки и Нолика замечательная. Она хоть и строгая, но все равно очень добрая. Вместе с папусом она целыми днями занята починкой техники. Но все же ее главная забота – это дети. Как и любая другая мама, она постоянно переживает за них и очень расстраивается, когда те попадают в беду. Мася тратит много времени на то, чтобы обучить сына и дочку всем премудростям работы фиксиков. Папус – это глава маленькой семьи фиксиков. Больше всего в жизни ему нравится работа. Когда в доме вся техника исправна, он начинает скучать. Когда-то он мечтал стать космическим фиксиком и готовился к первому полету за пределы Земли. Однако запуск ракеты произошел, когда у папуса был выходной, и космический корабль улетел без него. С тех пор он недолюбливает дни, когда не надо входить на работу. А еще папус очень сильный и добрый. Он всегда готов бежать на помощь к тем, кто оказался в беде. И можно быть уверенным, он найдет выход из любой, даже самой сложной ситуации. Все фиксики тщательно прячутся от людей, в особо опасные моменты просто превращаясь в маленькие винтики. Наверное, эта полная опасность и жизнь и научила фиксиков быть такими дружными и всегда приходить на помощь друг другу. Некоторым счастливчикам все же удается с ними подружиться. Один мальчик стал их другом – Дим Димыч. Ему 8 лет, он любознательный и интересуется техникой. А еще умеет отлично хранить тайну. Он никому не сказал о фиксиках. Ребята, напишите в комментариях под этим видео, встречали ли вы настоящих фиксиков у себя дома. Подписывайтесь и ставьте лайк нашим бамбо-фиксикам. Лепите вместе с нами, и у вас также в доме поселятся эти дружные человечки-фиксики. Мы вам это гарантируем. Пока-пока!
Бам-ба, бам-ба.